Всем привет, вы на моем канале. Сегодня распаковочка очередной посылочки. Это чехол желтого цвета для iPhone 7. Видал Вилса, купил себе. Может кто-то смотрит канал Вилсаком. Купил себе желтый чехол там за бешеные бабки. Ну и вот, я на Алишке решил заказать тоже такой же чехол для iPhone 7, только дешевле. Ну, так-то он ничего. Смотрится нормально. Ну что, как его открыть? Ну, даже какие-то стрелочки такие, типа как у Apple. Ну и вот. Он купил там за баснословные бабки. Этот примерно тысячонку стоит. Сейчас проверим, какой он, кожаный, не кожаный. Ну, как заявляет производитель, что кожаный чехол. Ну, в принципе, сделан хорошо, так все упаковано. То есть, китайцы насчет этого молодцы. О, кожаный. А, не кожаный, он какой-то силиконовый. Блин, наебалово. Короче, внутри вот эта вот штучка. Бархатистая такая, прикольная, кожаная. Ну, не кожаная, а как задняя сторона кожи. Такая. А вот это как бы не кожа, какой-то силикон. Силикончик какой-то такой желтый. Ну, в принципе, такой прорезиненный материал. Как бы, даже вот ценник, по-моему, здесь был. Не знаю, что это. Посмотрим, что это такое. Как будто ценник был приклеен или что. Что-то типа того. Так что вот. Вот такой вот чехол. Не знаю, Вилса купил задорого. Но это, не, конечно, не кожа, но вот такой вот чехольчик. Аккуратный. Блин, он мне нравится вообще. Буду использовать его. Ссылку на заказ такого чехла оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до следующих видео.